Что у нас еще пришло? У меня вот такие очки. Ну, это такой стиль винтаж, ретро. Раньше бабушки такие носили, мне кажется. А теперь модно. Вот. И прям все хорошо так запаковано. Хорошие очки, недорогие. Вот так. А теперь вот что я заказала. Хочу я сделать себе шторы вот эти вот. Роллы. Как сын надо мной смеется, главное, чтобы сама. Купить неинтересно. Надо помучиться. Трубу такого диаметра я уже нашла. Теперь мне ее надо распилить. Найти ткань подходящую. И собрать. Тут как раз у меня два окна. Без штор. Но у меня, правда, такой стиль в доме, лофт. Не положены там шторы. Но я думаю, эти пойдут. Ну, потому что у меня вот это окно просто ужас какой-то. Я и просыпаюсь в такую рань, потому что как солнце появилось, и все. Спать невозможно. Вот, так что вот заказала я. Ссылочки там под видео будут. Люди хвалят. Говорят, хорошая штука. Самое главное найти трубу такого диаметра. Ну, тут им может подойти и пластиковая труба. Сантехническая. Или какая-то тоненькая металлическая, вот как у меня. Это какие-то были карнизы раньше. Вот. Ну, ладно, потом сделаю, вам покажу. Так, вот что еще хотела показать. Вот в прошлый раз я вам показывала, вот такое у меня, такая подвесочка приходила. Вот. Я же снимаю не за один день, как вы сами понимаете. У нас так Почта России работает, что может не приходить ничего неделю, потом прийти там 3-4 посылки. Я не верю. Смотришь распаковку там, ой, 26 посылок у нее пришло за день. Ну, с друзами такие камушки. Богатые. Вот, так что вот сделала я такое украшение. И швензы у меня вот эти приходили. Тоже сделала я серьги. Такие сердолик и ну, вот стекло такое. Вот. Ни дня без работы у нас не проходит. Так, а теперь у меня вот пришла вот такая вот штучка. Стоит она сущие копейки. Сейчас не помню там. За 76 рублей, что ли, я ее покупала. Но она опять мне для чего нужна? Я все это дело разберу. Тут очень хорошо, удобненько разбирается. И пристрою куда-нибудь, на браслеты, может быть, куда-то там. Вот такая замечательная ложка пришла. У меня дочка любит ложки деревянные. Но вот это просто чудо. Она такая легкая, она просто невесомая. Ручка у нее вот обмотана, видите, ну, такой толстой ниткой, что ли, или тонкой веревочкой, не знаю. Такая удобная, просто прям. Очень хорошая ложечка. Так, ну вот такой маленький спортивный снаряд или для массажа. Чтобы когда в руках покатаешь или ногой покатаешь, прям горит все. Так, и вот пришел у меня два постера. Таких вот небольших. Так вот, наверное, покажу лучше. Вот. Мой любимый герой Че Гевара. Вот. Они продаются по две штуки. Даже вот я знаю, что я с ними сделаю, не знаю, как объяснить.
Ну, короче говоря, вот это клеится на доску, ну, или на фанеру. У меня просто еще не пришла эта штука. Такая, знаете, открывашка. Ретро-открывашка металлическая для, ну, пивных бутылок. Вот это на досочку. Сюда сделаем открывалочку. Замечательная вещь будет. Но потом сделаю, я вам покажу. Вот, мои дорогие, руки в гипсе. Вот пришел у меня, ну, светодиоды. Что-то обошлись они мне там что-то около меньше 200 рублей. Тут 2 метра. Работает он от компьютера. Попробуем. Никогда я еще такого не заказывала. Посмотрим, что получится. Я сделала свет для съемки. Сейчас вам покажу. Вот такую штуку я слепила из того, что было. Вещь функционально работает. Уже видео снимала с этим. Ну, короче говоря, это от вентилятора. Вот такая штука. Обклеивается фольгой. Потом приклеиваются вот эти, ну, лампочки там. Вот их видно, да? Вот. А потом бумага вот эта, ну, для запекания. Не такое резкое было освещение. Вот. Вот оно работает. Вот. Единственное, что 2 метра меня не хватило. Надо было 3 брать. У меня получилось тут вот 2 ряда. А тут вот 1 ряд. Вот, извините меня, цена этому 200 рублей. А не 10-14 тысяч, как на Алиэкспрессе продается уже готовый такой круговой свет для съемки. Вот, и что, мои дорогие, еще хотела вам сказать. У нас уже будет, наверное, сегодня 200 человек. Я этому очень рада. Это показатель того, что делаем то, что нужно. Так что все хорошо. Все, целую вас, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие.